Барри Алибасов до некоторых пор был известным и уважаемым в российском шоу-бизнесе продюсером. Однако последние несколько лет многие зрители связывают его имя лишь с многочисленными скандалами и выяснениями отношений, в которых Барри Алибасов охотно участвует. Однако сегодня его поклонники встревожились по-настоящему, ведь пришла скорбная весть. Так известная писательница Лена Ленина смогла наконец-то дозвониться до Барри Алибасова и рассказать всю правду поклонникам. Дело в том, что, по ее словам, у Барри Алибасова выявили страшный диагноз – деменция и полная потеря кратковременной памяти. Она также добавила, что это большая беда, ведь сейчас он испытывает большие личные проблемы в отношениях с сыном, с бывшей женой, с коллегами, с поклонниками. Все это навалилось, как снежный ком. И теперь Барри Алибасов пребывает совсем не в лучшем состоянии. Для тех, кто помнит его по прежним делам, это стало настоящей трагедией. Ведь теперь понятно, почему в последнее время он вел себя так странно. Мы искренне желаем ему здоровья. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь и берегите себя.